А сейчас мы с вами приступаем к приготовлению теста. И на нашем курсе я даю два вида теста. Отличие их лишь в том, что в первом тесте, которое мы сейчас будем готовить, присутствует кукурузный крахмал и кукурузное масло. Но при этом тесто получается более эластичное, более плотное, с ним легче работать, легче раскатывать, и оно не теряет своей текстуры, не теряет своей красоты, даже когда остывает. Во втором варианте нужно работать с тестом быстро. Здесь мы не будем торопиться. При приготовлении моти нам необходима определенная мука. Это мука из клейкого риса. Обычная рисовая мука нам не подходит, потому что в ней нет клейкости, а именно мука из клейкого риса дает нам такую тягучую текстуру. Муку можно купить на любых маркетплейсах, таких как Wildberries или Озон, либо приобрести в крупных гипермаркетах Сильгросс, Ашан, Метро, Глобус. А там чаще всего продается вот такая мука, Рой Ди, в белой упаковке с голубой этикеткой. На маркетплейсах чаще всего встречается Made in China в белой упаковке с зеленой этикеткой. И та нам подходит, но я отдаю свое предпочтение вот этой муке. Также вы можете приобрести любую муку из клейкого риса, которая доступна в вашем регионе. Приступаем к приготовлению первого вида теста. Смешиваем все ингредиенты вместе. Муку не надо просеивать. Сахарную пудру вы можете купить готовую или сделать самостоятельно. Кукурузный крахмал. Почему мы используем именно кукурузный крахмал? Потому что он не дает никакого привкуса, в отличие от картофельного крахмала. При этом он дает нам плотную текстуру. Вода комнатной температуры. Горячую не используем, иначе будет сложно смешать и объединить все ингредиенты. И сюда же отправляем кукурузное масло. Почему мы используем именно кукурузное масло? Ну, во-первых, потому что оно не имеет привкуса, в отличие от сливочного масла или подсолнечного масла. Вы можете заменить на масло виноградной косточки или масло кокосовое, но при этом у вас в два раза увеличится себестоимость данного продукта. После того, как мы добавили все ингредиенты в чашу, мы хорошенечко вымешиваем до объединения и добавляем краситель. Краситель вы можете использовать любой, гелевый, желательно гелевый, потому что они лучше всего расходятся. Можете использовать сухой краситель. Сейчас мы будем использовать голубую мачу как краситель и капельку голубого гелевого, чтобы придать красивый оттенок. Мача наша разойдется при заваривании теста. Старайтесь много не добавлять, потому что при заваривании тесто будет темнеть и может быть не очень красивый оттенок. И капельку гелевого голубого. Вымешиваем. Все вот эти точки потом разойдутся при нагревании теста. Это тесто мы будем заваривать в микроволновой печи. Для этого нам понадобится пищевая пленка. Она будет создавать эффект бани. Дырочки делать не надо. Просто достаточно плотно натянуть пленку и отправить в микроволновую печь на где-то 2-3 минуты. Будет все зависеть от вашей микроволновой печи. Для раскатки нам понадобится силиконовый коврик. Любой фирмы, какой найдете на маркетплейсах, либо, возможно, у вас есть дом, можете использовать тефлоновый коврик. Главное, чтобы он не был перфорирован, иначе вам будет сложно раскатывать. Плотная лопатка, которая не гнется, потому что тесто плотное, его нужно будет хорошо вымешивать. Скалка. Лучше использовать не деревянную, а вот такую силиконовую, либо же железную. Если вы будете работать с чистой деревянной скалкой, то, скорее всего, рано или поздно тесто у вас прилипнет к ней, и вам будет очень сложно отмыть. Наше тесто готово. Снимаем пленку аккуратно. Очень горячий воздух. Итак, как определить, что наше тесто готово? Во-первых, тесто будет очень хорошо отходить по бокам. Снизу не будет воды. Цвет равномерный у теста. Теперь мы наше тесто вымешиваем.
Хотите бесплатно качать дорогостоящие обучения? В Телеграме появился Robinhood, который грабит инфобизнесменов и сливает их курсы по самым различным направлениям. Более 80 тысяч курсов на форуме sv.band. Вступайте в Шервудскую банду прямо сейчас и получайте знания бесплатно на канале Шервуд. Заодно немножко его остужаем. Кто-то любит вымешивать руками, но тесто на самом деле достаточно горячее, поэтому будет проблематично вымешать его руками. Здесь как раз нам и пригодилась лопатка несгибаемая. Так, у нас начали появляться пузырьки. Чтобы тесто легко раскатывалось, мы используем кукурузный крахмал. Много не насыпайте. Потому что это не очень эстетично. В идеале, конечно, работать с тестом, пока оно горячее. Если приглядеться, то можно увидеть пузырьки, которые мы с вами вымешали. Это значит, что наше тесто готово полностью, с ним можно работать. Вот здесь вот большие пузырьки есть. Вот. Но здесь куча маленьких. Старайтесь тесто не очень тонко раскатывать, чтобы потом моти не рвались при разморозке. Вырезать мы будем кружочки с помощью вот такого кольца диаметром 8 сантиметров. Вы можете, опять же, купить на любом маркетплейсе. Неважно, будет это 2,5 высота, как здесь, либо же 10 сантиметров. Нам кольцо нужно только для формы. Я знаю, что есть, кто отрывает кусочки и по граммовкам взвешивает на весах. Кому как удобнее. Мне, например, удобнее и быстрее вырезать одинаковые кружки. По весу они будут примерно 25-30 грамм, и готовый вес моти будет 55-60 грамм. Периодически меняйте кольцо, потому что они начинают затупливаться, плохо вырезать. Так, остатки теста собираем. Мы их тоже будем повторно раскатывать, вырезать кружок. Все, теперь мы будем с вами заворачивать начинку. Раскатываем еще немножко получившиеся кружочки. Переворачиваем, чтобы накрахмаленная сторона у нас внутрь была. И начинаем заворачивать, как хинкали, как пельмени, натягивая к середине. Потом защипляем. И вот здесь немножко приподнимаем. Можно наши остатки крахмала убрать. Едем дальше.
старайтесь собирать как можно быстрее, потому что начинка нежная, начинка может быстро таять, особенно если у вас жарко в помещении. Если вам кажется, что у вас достаточно толстый низ, вы можете всегда обрезать его ножницами. Даже вот такие кусочки, которые у нас получились немного не круглыми, будет незаметно потом при сборке. Здесь даже большой такой толстый круг у нас получился. Можно его будет обрезать, раскатать потоньше. Так вот. Все моти мы всегда собираем через морозилку, потому что у нас тесто горячее, начинка холодная, и есть риск того, что тесто при разморозке разорвется. Поэтому мы отправляем в морозилку хотя бы на 3-4 часа, и уже дальше будем либо размораживать через холодильник, либо хранить до нашего клиента. Отправляем на доску и в морозилку.